Добрый вечер! В эфире программа «Город Позитив». Самый лучший на дни познавательный программа. А там и юмор. Смешно, как всегда. Смотрите выпуски. Мультсериал «Гриффины». Самый лучший день на сцене комедийный мультсериал. А по-моему, самый тигр. А того же самый мини комедии и смешного отворим. Самый лучший комедийный отворный Александр Камп. И сегодня вокум-шоу на Юмор ТВ. И сегодня хадатроники за кадром. Самый синий проект «Город Позитив» на канале Юмор ТВ. Итак, и начинаем. Самый лучший комедийный наш мультсериал «Гриффины». Самый лучший и не опасный и взрослый, и не какие самые дни. Посмотрим через видео. Министерство автомобильного транспорта штата Род-Айленд. Да на это целая вечность уйдет. Хватит тебе, Мэг, поехали. В 8 часов Фокс запускает новое реалити-шоу. Быстрые зверьки, медленные детки. Ну же, ребята, подождите. О, черт! Все ноги медом вымазал! Пап, только не сейчас. Вся моя жизнь зависит от того, получу я права или нет. Не смогу водить, не обзаведусь парнем. Никогда не выйду замуж. И ребенка придется усыновить, прямо как Рози О'Доннелл. Мэг, намекаешь на то, что Рози О'Доннелл не умеет водить? Я вся на нервах. Итак, начинаем самый нынешний вакуум-шоу на Юмор ТВ с кадров. И не остается ныне Александр и Камби и Симонс, и не остается ныне Бетсицури. Я тебе скину почту, ты должен эту почту прислать о себе информацию и фотографии. Ну, по типу того, они там смотрят, что ты можешь вообще-то. Давай потом, Паша, у нас 5 минут осталось на флешке. Быстро у тебя время летит, Виктор. Ну, не знаю. Паш, у нас минут! Мне просто 7 минут там. О, боже мой, это все на... Я сделаю на прямом эфире! Что значит закольцеваться? Все в лёд! Затитроваться, Вик. Что значит затитроваться? 3, 2 На этом все, с вами был Стиви Гриффин. Нет, я так не могу, сука, сделай на прямом эфире. Сделай прямо в эфире! Суфлинер. Я устал раком стоять. Только на хардкорке. Специально для хардкора. Вика сказала свой первый мат. В смысле, я вас не представляю, но как-то надо затитроваться. Прощайся, ну просто уходим. Витя, давай, красавчик. Ну что ж, дорогой телезритель. Сейчас, еще раз, давайте. Слишком как-то... бодро и весело. Ну что ж, дорогой телезритель Юмор ТВ, с вами был Витя Штутгарт и программа «Вот так и живем». Давайте еще раз. Ну что, дорогой телезритель Юмор ТВ, это была передача «Так и живем». С вами... Что за... Я сейчас так органично собиралась! Я тоже так... Хлебаю воду! Заткнитесь. А я так смотрел ярко. Мне кажется, что начинает и... Окей. Ну что, дорогой... Это спасибо за внимание. Там новый стейдж на канале Юмор ТВ, программа «Город Позитив». И того же смешного, и кого любят. Всем пока!